прошло 6 месяцев. Наверное, эти 6 месяцев, вот, есть у вас ощущение, они чему равны? Одному дню или там 3 года? Вот, или одновременно и как день, и как много лет? Вот, как ваше ощущение этого времени вообще? Да, ну, непростой вопрос. Честно говоря, никогда не задумывался над тем, чему это равняется. Но это, конечно, новая жизнь. Новые измерения, новые ощущения. Ну, это, наверное, неплохо. Самое главное, если подводить итог первого полугодия, самое главное ощущение, что удалось сдвинуть, что удалось решить. Угу. Вот этот самый итог полугодия тогда. Вопрос, я понимаю, стандартный, но без стандартных вопросов они, как правило, самые важные. Ну, на самом деле у меня такой уже устоявшийся стереотип поведения или работы. Конечно, надо выбирать какие-то приоритеты, как и везде, и на них сосредотачиваться. Но работа губернатора или мэра, она тебе не оставляет возможности заниматься любимым делом или только то, чем ты считаешь приоритет. Она заставляет тебя заниматься всем одновременно. Потому что, ну, например, для меня главная проблема это там и большинства людей, москвичей, это транспорт. Понятно, что там надо сосредотачиваться. Но для отдельно взятого человека, для пенсионера, важно там качественное медицинское обслуживание. И он не будет ждать, пока мы какую-то развязку построим, а потом через годика 3 займемся медициной. А для подростка, который или родителя, это важно работа школы. А для другого важно, чтобы крыша не текла, или там коммунальные услуги качественные оказывать. Поэтому надо заниматься всем каждый день и практически одновременно. И в этом и сложность, и с другой стороны, сама по себе работа интересна, она многоплановая и разнообразная. Вот, за эти полгода мы практически по всем основным направлениям, ключевым, сформулировали задачи, определили ресурсы, вышли на проектное решение и вот, срочные, которые необходимо сделать в этом году, и те, которые необходимо сделать в ближайшие 5 лет. Разработка таких планов, она уже такой продвинутой стадии. Поэтому, ну, наверное, нет ни одного направления, где мы каким-то образом не начали двигаться и не понимаем, как решать ту или иную задачу. Это важно, потому что мы работаем большой командой, заместители мэра, руководители департаментов, которые должны понимать свои задачи, цели и двигаться параллельно. Мои вопросы кончились. У меня вопрос сразу. Ну, по поводу... Самый скучный общий вопрос. Сергей Семенович, вы... Когда начальники друг друга начинают беседу, ничего путного не получают. Да, поэтому я все... Скажите, пожалуйста, Сергей Семенович, вы достаточно кардинально поменяли, скажем, команду мэрии московского правительства, которая прежде работала. Это все заметили. Вот. Хотелось бы узнать, как бы точка в этом обновлении какая-то поставлена. Если да, то считаете ли вы вот тех людей, которые сейчас находятся рядом с вами на разных ключевых и не очень участках, настоящей командой, с которой можно, в общем-то, некую такую революцию, условно говоря, в городе совершить? И по какому принципу эти люди подбирались? Те, которые мы заметили, что, допустим, из бизнеса приходили, из других структур. По какому принципу? Ну, не по одному, а по нескольких. Это первое – порядочность, это работоспособность и умение. Ну, собственно, 3 принципа, по которым ведется отбор. Сказать о том, что вот мы сейчас формировали эту команду, она сейчас сядет, и вот она неизменно будет дальше работать до скончания века. Это вообще самый плохой принцип. Люди приходят, уходят, происходит ротация, она естественно, она не должна останавливаться. Как что-то костенеет, люди все как бы, они перестают двигаться, они застывают, и застывает работа. Поэтому это постоянный процесс. Какие-то люди будут приходить, обновляться, ротироваться, но это нормально. И в
вот говорить о том, что так вот какая-то сплоченная такая команда, как монолит сейчас стоит и будет управлять городом, ну, это вообще на госслужбе это вообще недопустимо, я считаю. Угу. Такого не должно быть. Человек должен отвечать за свою работу, отвечать своей собственной должностью, своим собственным именем. Если он справляется, да, он в команде, мы работаем. Не справляется, значит, уступает место другому. Хуже всего, когда вот мы начинаем мерить команду таким мерилом. Вот это хороший человек, это плохой, это вот мой, это не мой. Никогда не было такого принципа, и дай бог, чтобы не было. У вас есть люди, которые перешли из федеральных структур. Обычно так, как бы поднимаются вверх. А тут, может быть, даже некоторые, ну, я не знаю, понижение, не понижение. Тем не менее, как вам удалось их к себе зазвать? Ну, на самом деле, люди не идут на эту работу за деньгами, они не идут за каким-то, может быть, вот, ожиданием какой-то карьеры еще будущей. Люди в основном идут туда, где интересно работать. На самом деле, ну, ты можешь в правительстве, в администрации президента, в министерствах работать. Можешь в мэрии работать. Но если у тебя есть участок, который тебе интересен, и на этом деле ты можешь сам себя как бы показать, мне кажется, это главная движущая сила, когда человек принимает решение, переходить ему на работу или нет. На самом деле важно даже не название органа, где ты работаешь, а возможность самореализовать себя. В Москве этого достаточно. Есть ресурсы, есть возможности, есть... Масса проблем, слава богу, их хватает для того, чтобы их решать, реализовать, показывать себя. Мне кажется, это все-таки главное. А вы согласны с таким утверждением? Ну, вот когда говорят о борьбе с коррупцией и так далее, что лучше всего, когда в коридоре власти, значит, приходят люди состоятельные, а то и богатые, и тогда, собственно, они не будут там ни воровать, ни злоупотреблять. Вы как к этому относитесь? Ну, воровать могут все, и богатые, и бедные. Вот, к сожалению, это так. Но когда к тебе приходит человек из бизнеса, и который в бизнесе там ничего не смог сделать, ни денег заработать, ни компанию создать, ни реализоваться, то я сомневаюсь, что толк какой-то будет и на госслужбе. Поэтому все равно стараешься брать людей успешных, у которых и в бизнесе получилось. Да, если получилось в бизнесе, значит, он, конечно, не бедный человек. Ну и слава богу, это на самом деле плюс, а не минус. Хорошо, спасибо. Я думаю, вот нам, нашим девушкам, да, надо. Сергей Семенович, каждый день очень много приезжает в Москву людей из Подмосковья. По сути, границы уже давно стерты. Все едут на дачу, с дачи, на работу, с работы. Как вы относитесь к идее объединения Москвы и Московской области? Ну, на самом деле, вы правы, Елена, то, что границы стерты, и мы не знаем, где на самом деле больше москвичей, или москвичей больше приезжает из Московской области на работу, или это действительно жители Московской области по прописке, по характеру проживания. Такая единая конгломерация. И главное не в том, что как мы административные границы где проведем, а как этот организм развивается, как единый или как вот какие-то отдельные его части, которые одна движется в одну сторону, другая в другую. Поэтому задача сейчас сделать так, чтобы обе части, и Москва, и Московская область, развивались вместе и гармонично. Вот это главная задача. Это одно. И второе, на самом деле, Москва – перезастроенный город, очень плотно застроенный, наверное, более плотно, чем любые столицы мира, в несколько раз. Поэтому, конечно, для инвесторов, для строительства жилья, офисов и так далее нужна отдушина. И это отдушина, это, конечно, Московская область или территории периферии, где можно застраивать, реализовать крупные инвестпроекты. И вот в этой части, конечно, мы плотно работаем с Московской областью. И как освоение, совместное освоение новых территорий, и как вариант, это возможная передача части территории города Москвы от Московской области. Один такой проект уже в стадии как бы завершения, это Люберецкие поля, это территория массовой застройки, по которой мы договорились, что Московская область передает Москве, изменяя границы города Москвы. А вот все-таки единое управление, вот на ваш взгляд, нужно Москвой и областью, или пусть там будет, значит, свой глава Московской области и будет мэр Москвы?
ну, всем хватит работы. Мы немножко по-другому идем пути. Договорились о создании единой концепции генерального планирования. Генплан Москвы и Московской области должен быть идеологически увязан, что если здесь строится жилье, то с нашей стороны должна быть инфраструктура, дорожная, коммунальная и так далее, и созданы рабочие места. Чтобы так не должно быть, что мы там в Бутово решаем задачу транспортных коммуникаций, решили, а рядом построили еще 500 000 квадратных метров, все наши усилия понапрасну. Вот такого не должно быть, и мы договорились, создали совместную рабочую группу по созданию такой единой концепции развития двух регионов. Я думаю, что к сентябрю мы такой концепт получим, и он будет в значительной степени механизмом, который синхронизирует движение развития области и города. Спасибо. Еще вопрос, коллеги. Сергей Семенович, вот именно в Москве родилось такое выражение «понаехали». Как вы полагаете, обойдется ли Москва без мигрантов? Что нужно сделать, чтобы не осталось нелегалов в Москве? Ларисе Викторовна, ну, надо просто разделять, какие мигранты, либо это из дальнего зарубежья, либо соседних регионов. Вообще в Москве постоянно проживает и работает от 3 до 4-5 миллионов человек. Это огромное количество. И они же... Большая часть приезжает не просто полюбоваться красотами Москвы, люди, которые работают здесь, в экономике Москвы, приносят доходы, в том числе и московскому бюджету. И сказать о том, что мы их выгоним и сейчас заместим москвичами, невозможно. У нас количество рабочих мест, созданных в Москве, кратно превышает возможности трудовых ресурсов города Москвы. Поэтому либо мы лишимся этих рабочих мест, а это что такое за рабочие места? Это торговля, офисы, гостиницы, строительство, коммунальное хозяйство. Мы не можем это все закрыть, и не нужно это. Поэтому, конечно, поток мигрантов, он сохранится. Вот, например, Лужники, считаю, должны быть у города. Как они исчезли из государственной казны, и как там оказалось, что... Сотни гектар в центре города оказались у частного лица вместе с стадионами, парками и так далее, с закрытыми ЧОПами, просто не въедешь, не войдешь. Вот это, непонятно, мне кажется, ну вот это должно быть город. Для того, это парковая зона, люди там должны гулять, отдыхать, заниматься спортом. А банками, ну пусть банкиры занимаются. То, что касается карьеров и так далее, действительно, есть еще сотни объектов и сотни ГУП, учреждений, у которых есть собственность. Мы системно, пластом систематизируем эту работу. И, конечно, будем избавляться от того, что не нужно городу, и, наоборот, концентрировать у себя то, что необходимо для управления и функционирования города. Можно я в тему практически? Вот не так давно вы упоминали о тяжелой ситуации на ЗИЛе, на Тушинском машиностроительном заводе. Есть будущее у этих предприятий, может быть, им можно как-то помочь, а может и не нужно помогать. Вот Тушинский машиностроительный, насколько мы там стали разбираться, ситуация, он делает какие-то там стрелочные переводы для трамвайных путей, может, в плане там скоростного трамвая можно его городским заказом загрузить и так далее. Так и делаем, Валерий. Пытаемся снять все аресты с имущества, там на всякий случай у него долгов на почти 5 миллиардов. Вот. Стараемся откредитовать его, чтобы он закрыл первоочередные платежи, освободить его вот от судебных исков, приостановить исполнение этих решений вот. И разместить государственный заказ, каким-то образом помочь им выкупить ту продукцию, которая даже есть в наличии у них. Ну и дальше смотреть, что с этим делать. Но вообще, конечно, вот как раз вот из той же серии. Ну, не надо муниципалитету заниматься заводами, ну, некому заниматься. Мы ставим человека, забываем про него, потом возвращаемся через полгода, с удивлением видим, что предприятие банкрот, половина собственности разворована, а по ходу еще и с десяток трупов на разборках. Это не наш бизнес, мы этим не должны заниматься. Но коли мы уже сегодня отвечаем за него, будем поддерживать, помогать и как-то выводить из этой кризисной ситуации.
А, скажем, тот же «Жезил», он будет продолжать выпускать там бычки, еще что-то, или все-таки будет перепрофилирование? Я уже говорил на эту тему, нам нужно понять дальнейшую судьбу этого завода, выработать концепцию, программу и потом уже ее объявлять. Пока сегодня мы заменили менеджмент и смотрим экономику, ревизируем ее, закрываем первоочередные долги по зарплате и так далее. И смотрим, какую стратегию выстроить по этому заводу в дальнейшем. А вот у меня вопрос, как у жителя города. В одном из интервью вы сказали, что Москва более комфортный город по сравнению с западными столицами. Можете объяснить, чем мы более выигрышны, чем тот же Париж или Лондон? Наташа, я вообще сказал, что Москва более комфортный город для меня. Ну, для вас стоит понятно. Это некоторая разница. Москва — столица нашей родины, русский город, и для россиян, и для меня, конечно, более комфортное место проживания. Я неуютно чувствую себя и в Лондоне, и в Париже. Может, кто-то это ощущает по-другому, но я именно так. Ну, а может быть, в том же Лондоне или Париже есть что-то такое, что нужно посмотреть и внедрить? Наташ, во всех городах есть что-то такое, что было бы полезно для Москвы. В Лондоне прекрасно организованная служба такси и общественного транспорта. В Париже прекрасные выставки и хорошие парки. В Сеуле прекрасно развита система метрополитена. В Нью-Йорке прекрасная система безопасности. Везде, в каждом городе есть свои плюсы. Но Москва все-таки лучше. Извините, а к вопросу о комфорте. Чтобы пробок не было этих стран. Сергей Семенович, вот... Здесь много проблем, я же лучше по всем параметрам. Здесь больше всех проблем, но тем не менее, это наш город, мы здесь живем и его любим. К вопросу о комфорте. Огромное количество, вот что меня в Москве поражает, дикое количество некомфортного жилья. Ну, какие-то покосившиеся хрущевки совершенно, да, то есть девятиэтажные дома, которым лет по 40 с гаком, и они капитально не ремонтируются. То есть будет какая-то программа капремонта? Вот при Лужкове она благополучно умерла, эта программа, там до 2018 года продлили и, по-моему, похоронили окончательно. Вот реально что-то будет делаться? Не, Никита, она не похоронена, мы уже в этом году заложили около 9 миллиардов рублей на капитальный ремонт, и будем заниматься ремонтом в программе, с перечень домов, которые будут ремонтироваться. Другой вопрос, что, конечно, надо думать на будущее. Даже вот мы определили серию, которую там будем капитально ремонтировать. Это старые серии, которые еще были построены там до 91 года. Но тоже надо понимать, что город же не может, ну хорошо, вот сейчас эта серия закончится, подойдут там другие дома, потом другие, потом другие. Мы не может город за бюджетные деньги все реконструировать, ремонтировать, сносить, застраивать заново. Ну это просто не потому, что мы не хотим, просто это неподъемно для бюджета, потому что в дальнейшем надо смотреть какие-то механизмы, как это делать. Ну, там про Нью-Йорк спросили, там это делается, даже вот такие убогие дома ремонтируются за счет выдачи там беспроцентных долгосрочных кредитов. Ну, у нас и это неподъемно, у нас даже этот механизм сегодня не работает. В дальнейшем когда-то надо думать, сегодня пока вот те серии, которые определились, мы будем продолжать ремонтировать, выполнять обязательства, кто бы их не давал, там Юрий Михайлович, Сергей Семенович или там Иван Иванович. А до какого года, то есть можете назвать? Ну, я думаю, что мы эти обязательства в течение 4-5 лет должны выполнить. То есть все дома, вот, которые определены... Ну, те серии, которые определены, мы их отремонтируем. Мы сейчас еще дополнительную опцию ввели, это софинансирование капитального ремонта. Мы передаем деньги самим жителям, управляющим компаниям, жителям, для того, большую часть, там 90-95%, они вносят свои деньги, но... уже не мы отвечаем за ремонт, они сами отвечают, его контролируют, организуют, и, может, там соптимизируют какую-то часть, и на самом деле получится то на то. То есть как бы практически бесплатно для жителей. Вот этот механизм, мне кажется, более эффективен. Посмотрим, опробируем в этом году, если он пойдет, мы его будем развивать и в дальнейшем.
Угу. Еще такой момент. Угу. Появилась информация, что в каждом дворе появится 30 дополнительных парковочных мест, и Москва действительно очень плотно застроена. Вот где их все-таки возьмут, и не получится ли, что ради этих парковок будут убирать деревья, то есть просто сносить, как бы, да, потому что вот ваши подчиненные, они такие очень люди активные. Да, да, боевые. Они да, боевые. Я помню, как сносили ларьки. На бульдозере заехали. Деревья не должны рубить, никаких безобразий там чинить не должны. Не обязательно в каждом дворе 30 парковок. Ну, это в среднем, как бы расчетная некая величина. Надо смотреть, где это возможно делать. В межквартальных пространствах, на газонах, которые практически выбиты теми же машинами и стоят голыми от деревьев и от травы. Ну, надо посмотреть, рационально разместить пространство, но при этом надо обязательно сохранять зоны отдыха. Наоборот, более делать их благоустроенными, и детские, и спортивные площадки, и дополнительные деревья посадить и благоустроить. Это как бы параллельно в комплексе. Это не должно быть, чтобы во имя там, этих парковочных мест все снесли, зачислили, стали голый двор. Но и этим надо заниматься. Вы видите, что творится во дворах. Да, видим. Или уже поздно? Да, нет, я думаю, не нужно, по большому счету. Но что такое единый архитектурный облик? А центр Москвы очень разный по стилям, по времени застройки. Это купеческие дома, это сталинские высотки, это современные здания. Ну, Москва, она такая, какая есть. И на самом деле в этом и свои плюсы есть. Да, ну конечно, да. Вот надо все-таки остановиться с бесконечной застройкой исторического центра, ну, уже через край. И то, что можно еще остановить или не начинать, лучше не начинать и остановить. Не все возможно, потому что есть обязательства, есть там и обязательства перед дольщиками, и пятое, десятое, не все возможно. Но все, что возможно, надо, конечно, останавливать. Больше ничего не строить в центре. Единую планировочную территорию делать, благоустраивать, достраивать, возможно, какими-то объектами социального назначения, инфраструктурного, и на этом останавливаться. Я думаю, это главное, вот сохранение исторического центра, в том числе и культурной части. Спасибо. Давайте Кате дадим. Сергей Семенович, вы просто коснулись темы капитального ремонта домов, и здесь же из нее плавно вытекает тема управления жильем. А здесь, конечно, в Москве, ну, мягко говоря, не все так благополучно, как хотелось бы. И вот тема ТСЖ, товарищи собственников жилья, и я довольно подробно пыталась изучить эту тему. По оценкам различных экспертов, примерно 10% ТСЖ, созданных в Москве, легальные. Остальные – липовые. Всем, конечно, есть разные причины, почему они липовые, но, тем не менее, это заставляет задуматься о том, что моим жильем, возможно, кто-то управляет, и таким образом я от этого не получаю какие-то услуги, которые хотела бы получать, и кто-то мои деньги куда-то использует. Вот как планируете решать эту проблему, и вообще планируете ли? Кать, а вы планируете заниматься собственным жильем? Ну, честно говоря, я посмотрю, когда я стала заниматься, я узнала, что у меня липовое ТСЖ создано в моем доме. Вот, и... Уже начали заниматься, уже что-то узнали. Полезно заниматься. Да, и я как попытаюсь теперь вот выяснить, кто вообще чего там у меня управляет. Да, отличная идея. На самом деле, если мы сами заниматься не будем, никакая помощь власти не поможет. Собственно, откуда они и появились, эти вот, как вы говорите, они не... Может быть, их на самом деле не столько липовых, на самом деле они созданы в соответствии с законом, положением и так далее. А как происходило создание ТСЖ? Ну, пригласили, объявили собрание жильцов. Пришел один человек, два, три или вообще никто не пришел. Москва является самым главным владельцем имущества даже в тех домах, в которых вы проживаете, на части там, недвижимости, подвалов, там, часть квартир неприватизированных, это ее собственности. Во время период создания она вообще владела около 50% имущественного комплекса домов. Поэтому она как собственник проголосовала за тех, кто не пришел, приняла решение и создала.
А как это организовывали руководители управ, ДЭЗов и так далее, ну, своя рука владыка, многие ТСЖ, управляющие компании были созданы под эгидой этих граждан. Вот, со всеми вытекающими последствиями. Они могут хорошо работать, плохо, но тем не менее некая коррупционная составляющая здесь, конечно, очевидна. Вот. А что мы сделали вот в прошлом году, уже до конца года мы практически во всех районах провели собрание ТСЖ, где ТСЖ пришли гражданам, отчитали, где формально, где неформально, но как бы процессы запустили. И вот в этот период мы брали где-то порядка 10% ТСЖ, наиболее одиозных. Период всего этого разбирательства было уволено где-то около 140 чиновников разного уровня, которые так присосались к этим ТСЖ очень плотно. Сегодня идет ряд уголовных дел, связанных вот с разбирательством, кто чему там обязан и как он там работает с этими ТСЖ, куда денежки выводят незаконным образом и так далее. Это такая постоянная плановая работа. Мы решили, что ТСЖ, управляющие компании, должны все-таки отчитываться перед жителями ежеквартально и каждый квартал там проводить. Во-вторых, они должны все свои расценки, работы, сметы вывешивать и в подъезде, и в интернете. Если этого нет, надо требовать, добиваться от них. Ну и самое главное, ну без вас это ничего невозможно сделать. Все-таки жители должны сами быть более активными в этом направлении. Потому что их жилье, оно приватизировано. Государство может помогать, надо понимать, кому помогать. Если оттуда нет ничего, кроме единичных жалоб, то невозможно. Надо сорганизовываться. Это же некое самоуправление внутри дома. Мне кажется, что и ваша газета тоже может помочь в этом деле. Все-таки надо, чтобы активнее мы все вели себя по отношению к своим домам, собственности, имуществу и так далее. Это очень сложный вопрос, потому что лет через 20-30, наверное, это устоится, все будет работать. Но вот этот период наиболее сложный, мне кажется, становление таких форм организации, управления домами. Потому что мы, по сути дела, только даже еще не завершился до конца процесс приватизации жилья. А мы уже ввели такие формы, сказали, ну, теперь вот сами жители, сами вот и управляете, и работаете, и хозяйничаете. Нет ни ментальности, это, ни опыта нет, ни ответственности тех, кто приходит в дома и начинает там управлять этим всем процессом. Сергей Семенович, продолжая тему как бы личного опыта и участия, я вот живу недалеко от редакции и тоже плюнул на все и стал уже лично заниматься какими-то делами, потому что невозможно. Вот на ваш взгляд, как можно сдвинуть вот эту махину ЖКХ, которая живет еще по каким-то, ну не то что советским, но таким чиновничьим, страшным бюрократическим законам? У нас есть ДЭС. ДЭС для того, чтобы чем-то заниматься, он нанимает еще сотню всяких посредников. Как получается, допустим, у нас зимой управляющая компания выиграла тендер территорией заниматься, у которой даже нету там ни трактора, никакой снегоуборочной техники. Ну, это же вообще, ну, нелогично. Или вот замечательная ваша идея, и слава богу, жильцы очень многие благодарны за ремонт подъездов. Выделены деньги, целая программа. У нас вдруг в марте, значит, появляется арава каких-то, ну, типа, как татар-монголы. Набежали, что-то расковыряли и на 2 месяца исчезли. Я начинаю выяснять. Оказывается, это бригада или фирма, которая выиграла конкурс. У них еще 70 домов, и они вот, значит, бегают, там что-то сделали, что-то сляпали и побежали дальше. По кругу, да? И хорошая идея на самом деле, она как-то дискредитируется. Нет, конечно. Надо следить за тем, что как исполняются заказы. Вот, в зимний период у нас такая история сложная была. Мы же не можем определить, вот, где хорошая фирма, где плохая. Мы их не выбираем. В соответствии с федеральным законом, если мы это будем делать, то завтра пойдет прокурор и просто всех арестует и все. Мы должны, мы обязаны, не то, что там мы там хотим, не хотим. Мы должны выставить это не просто на конкурс, на электронный аукцион, в котором фирмы приходят и записываются под номерами 1, 2, 3, 4, 5. Мы даже не знаем их название. И не должны знать. В этом суть электронного аукциона. Они выигрывают. Зачастую процентов 20
таких компаний, они приходят только с одной целью. Занять, выиграть этот тендер. У них ничего нет, действительно, кроме авторучки и хороших юристов. А потом начинают нанимать реальные компании, которые, у которых есть, как вы говорите, и техника, и люди, и специалисты. И таких компаний достаточно. Это серьезная проблема, одна из главных проблем вот, по государственному заказу. Зимой мы как эту проблему решали? Ввели тотальный контроль, тотальное административное наказание, и совместно с административным наказанием еще и экономические санкции. Вот есть у тебя штраф, есть протокол, что ты не выполнил, тот же должен заказчик еще и предъявить и экономические санкции, чтобы тебе выгоднее было работать, чем брак какой-то выдавать. Это сложная, большая системная работа. То, что касается ремонта подъездов, дворов, я обязательно еще не раз буду говорить на эту тему и с префектами, и управами их направлять на это. Жители должны обязательно включаться в прием работы, определение качества, количества необходимых работ, которые необходимо выполнить. Без них там эта ситуация будет, конечно, хуже. Конечно, там будет какой-то процент брака, но не уйдешь от этого. Надо его, минимизировать, если уж он допущен, его, конечно, оперативно исправлять. Можно, конечно, ничего не делать, тогда не будешь ошибаться, не будет там этих цыган, которые бегают по подъезду. Ничего не будет, все будут довольны. Все будет потихоньку разрушаться, валиться, но все равно надо работать. Да, есть проблемы, да, есть сложности, надо их все равно продвигать, решать, но такая жизнь. Так, ну еще. Сергей Семенович, как-то вы сказали, что Московский транспортный узел собрал у себя все градостроительные ошибки мира. А какие еще ошибки здесь вы обнаружили в Москве? Ну, ошибок всякого рода хватает, но на самом деле, помимо вот градостроительных ошибок в застройке, связанных, которые, собственно, дали вот этот транспортный коллапс, который есть в городе, мне кажется, все-таки была ошибкой, когда не стали деньги концентрировать на общественном транспорте и, самое главное, на метро. Город просто отстал на многие-многие годы в плане развития общественного транспорта. Но вот в Нью-Йорке, чуть больше Москвы по территории, но количество метро в километрах, ну, по-моему, или в 3, или в 4 раза больше, чем в Москве. Хотя в свое время Москва гордилась метро, и, в общем-то, заслуженно гордилась. Практически во всех крупных городах метро ушло вперед. Нет нормального общественного транспорта. Люди не могут комфортно на нем перемещаться. Они пересаживаются на автомобили. Пересаживаться на автомобили усугубляет транспортную ситуацию, усугубляет движение того же общественного транспорта. Это замкнутый круг такой. Его надо разрывать. Поэтому, вы знаете, мы сейчас приняли решение все-таки основные ресурсы аккумулировать не на гигантских каких-то стройках, развязках там или тоннелях стоимостью в несколько миллиардов долларов, а именно на развитие общественного транспорта, на развитие метростроения. Мне кажется, это главное, что мы должны сегодня делать, иначе мы этот порочный круг никогда не разорвем. Сергей Семенович, а можно вот еще такой вопрос по поводу ошибок? А не кажется ли вам, что вот эта вот компания, которая у всех на слуху, по сносу ларьков, конечно, да, многие ларьки уродуют город, но в то же время есть места, и такие они остались, эти места, где ларьки действительно были нужны. Вот не кажется ли вам, что там, конечно, были вот и со стороны ваших подчиненных какие-то перегибы достаточно серьезные в этой компании? Ну, Светлана, у каждого свои ошибки. Но то, что касается вот, мелкорозничной торговли, мы не хотим там никаких ошибок, поэтому схему размещения мелкорозничной торговли мы отдали на откуп округам, районам и самим жителям. Проводим общественные слушания там, вместе с органами местного самоуправления, согласуем место размещения, где они должны стоять, чем они должны торговать, какая у них специализация должна быть. Эта работа подходит к завершению. Как она завершится, мы уже будем выставлять на конкурсы новые места, конечно, в первую очередь там, где они нужны людям. Потому что вопрос даже не только в том, где они размещаются, а как они выглядят и чем там торгуют. Потому что большая часть этих ларьков торгует пивом, сигаретами и еще бог знает чем там.
Вот. Если мы хотим все-таки создать цивилизованный сектор, который помогал жителям, обеспечивал их необходимыми товарами, они должны и выглядеть по-другому, и специализация у них несколько должна быть другая. Поэтому мы же не взяли так вот, там, на листе бумаги нарисовали что-то, сказать, ну вот так вот будет. Ну, там, кропотливо стараемся выслушать всех, и общественные организации, и предприниматели, и жители, и органы местного самоуправления, чтобы создать какую-то адекватную схему. Но когда возле метро, вокзалов, там стоят такие Шанхаи, что не пройти, не проехать, ну это плохо. Я такого вообще нигде не видел уже, вообще нигде не видел, ни в одном городе. Ну, Москва, столица нашей Родины, мы все ее любим, да? Но она не должна выглядеть так. Ну, эта схема, то есть она не будет какой-то достаточно такой статичной, а ее можно будет поменять, да, и жильцы могут при необходимости попросить поставить, условно говоря, там хлебный ларечек где-нибудь. Абсолютно, абсолютно. Она не будет статичной, ну вот в любом случае мы с чего-то должны стартовать, поэтому мы определяем эти схемы, не просто определяем, а будем стараться обеспечить их подключением к инфраструктуре, благоустроить так, чтобы они где-то не на газоне стояли, не поперек тротуара, а в нормальном месте. А если будет выявляться дополнительная потребность, мы будем дополнительно ставить. А по мере того, как будет развиваться стационарная торговля, будем что-то, наверное, убирать. Ну, это живой процесс. А вот еще есть такая проблема у жильцов некоторых домов, у которых на первых этажах находятся продуктовые магазины, допустим, антисанитария, грязь. Вот мне повезло, у меня на первом этаже в доме поликлиника, чистенько и аккуратно, да? А есть люди, которые... Лекарствами не пахнет? Нет, там все отлично. Слава Богу. Прекрасная поликлиника, иногда сама пользуюсь ее услугами. Да. Вот. А некоторые жильцы достаточно серьезно страдают вот, и от продуктовых магазинов, и в том числе даже умудряются и кафе открывать достаточно с громкой музыкой, посетителями, бесконечными какими-то машинами подъезжающими. Вот с этим что-то будет делать? Светлана, ну вообще во всем мире как бы на первых этажах размещаются магазины и кафешки, но просто их убрать, мы решим одну проблему, создадим другую проблему. Здесь их надо разделить. Если там какие-то неприятные запахи, шумы, антисанитария, крысы и прочее, такая веселая штука, то просто надо приглашать контролирующие органы, надо Роспотребнадзор, там, инспекцию жилищную и так далее, заставлять приводить порядок, если не заставлять, закрывать. Но если они нормально работают, ну пусть работают. Надо добиваться так же, как в вашей поликлинике, должно быть все чистенько и приятно. Извините, а с вещевыми рынками что-то будет делаться, потому что меня поражает. До сих пор есть возле станции метро такие вот одноуровневые, да, что называется, киоски, и там вот чем-то торгуют. То есть такое чувство, что какой-то 90-й год, глубокая провинция, и вот да, Никита, ну я об этом говорю. Ну, там, где киоски стоят, мы новую схему определяем. Там, где им нечего делать, и в том числе возле станции метро, пересадочных узлах, там, транспортных коммуникациях они будут убираться, а там, где можно оставляться, но уже в другом виде. То, что касается рынков, это отдельная тема. Их в Москве астрономическое количество, и по количеству, и по объему около 100. Значительная часть действует практически незаконно или полузаконно. За последние полгода закрыли 13 таких рынков. Вот. Ну, надеюсь, что мы постепенно и дальше будем идти. Мы не говорим о том, что все закрыть рынки, ни в коем случае. Должны остаться сельхозрынки, где бы торговали сельхозтоварами. Есть традиционные московские рынки, которые существовали всегда. Их просто надо навести там порядок, благоустроить, навести чистоту. Есть вещевые рынки, которые, конечно, должны в конечном итоге реорганизоваться в какие-то нормальные супермаркеты, магазины. Мы не запрещаем владельцев этих территорий, что там построить какие-то торговые сооружения. Наоборот, говорим, пожалуйста, давайте вот из этого Шанхая сделайте нормальную торговлю цивилизованную. Мы вам поможем, дадим разрешение, стройте, пожалуйста. Поэтому процесс идет, постепенно либо закрываем, либо реорганизуем. Часть, конечно, будет оставлена. Та, которая реально нужна горожанам, которая традиционная, которая торгует, в первую очередь, сельхозпродукцией.
какие-то сроки определены, в течение которых будут убраны все вещевые рынки? Федеральным законодательством определены вот вещевые такие открытые рынки, они должны быть ликвидированы к 1 января 2012 года. Я не знаю вообще, как бы, будет какое-то продление этих норм или не будет. Такой непростой вопрос для Москвы, очень сложный, такие короткие сроки. Такую махину развернуть, это вряд ли реально. Но мы будем все равно вот какие-то сроки понятные, вот там, год, два, три, как-то вот реорганизовывать всю эту рыночную среду, превращать ее в более цивилизованную. А на их месте будут какие-то торговые комплексы, наверное, в несколько уровней, или, может быть, парковки, или пересадочные узлы, вот, или в каждом случае отдельно будет решаться? Везде по-разному. Есть там, где просто будут транспортно-пересадочные узлы. Там где-то, ну вот, территория, которая для этих целей не нужна, а как бы традиционно там сложилась торговля, да ради бога, мы готовы выдать разрешение на строительство торговых центров, торговых каких-то предприятий, пожалуйста, или там, пожалуйста, любое другое строительство, но только не то, что там сегодня происходит. Слушайте, ну вот у нас под окнами тут по выходным шумит ярмарка. Мы сначала, когда приехали сюда, так на продуктовая. Постоянная? Каждый выходной. Я вам расскажу историю, она хорошо, пока хорошо закончится. Значит, сначала мы тут приехали, набычились, как-то все не солидно. Но у меня подозрение, ведь все пользуются. Я сам покупаю, сальцо отлично. Они, знаете, приезжают с Белгорода, с Рязани, с Беларуси. Сальцо отличное, фрукты, овощи отличные. Как бы их, вот, Никита, ты там доборешься нечаянно, как бы их не закрыли. Вот мы хотим ее закрыть или нет? Вот, проблема в том, что они в пятницу работают. Не хотят, они... Нет, более того, мы ярмарки выходного... Я вот тоже не хочу. Ярмарки выходного дня не то, что собираемся закрывать, мы их опекаем. Вот выходного дня они называются, да. Опекаем их, чтобы они нормально работали. Более того, мы буквально недавно приняли постановление правительства Москвы о том, что мы будем обустраивать за бесплатно территорию и бесплатно пускать туда тех, кто хочет торговать на этих ярмарках выходного дня. Это другая история совсем. Такие ярмарки должны быть в каждом районе Москвы, да? Мы будем поддерживать. Да. Ну так, да. Чтобы там было поменьше перекупщиков, потому что если два назад открылось, и сейчас сравнить... Эти захватывают. Это сложно, сложно достаточно. Почему мы и хотим убрать вообще всех вот по периметру вот этих вот посредников, которые там торгуют там входным билетом, что-то распределяют места, а сделать это некой муниципальной службой и бесплатно им предоставлять места, чтобы не было этих перекупщиков. Это самая главная проблема. На самом деле на этих ярмарках выходного дня, которые создавали для того, чтобы там было дешевле, да. На самом деле ничего там не дешевле. Нет, а то и дороже. А то и дороже. Так вот, понимаете, мы создавали их для того, чтобы сбить цены на рынке, чтобы они меньше были, а на самом деле ничего из этого не получается. Непростой механизм. Мы сделаем сейчас еще одну попытку. Вообще бесплатно будем предоставлять, сами будем еще раз организовывать работу этих ярмарок выходного дня. Посмотрим, как так будет. Ну, в принципе, они все равно там будут существовать. Сергей Семенович, там такая тенденция, вот точно ее вижу. Как только что-то создали, где-то бабка села с пучком, и еще вокруг нее пять таких богом обиженных, все нормально. И продукт чистенький, хороший, и дешевый, и так далее. Потом появляется советская власть, трудоустроили, поставили, и смотришь уже, и лица другие, и продукт явно с базы, и все одинаково. Вот как-то бы их спасать, защищать. Вот у нас здесь она пока натуральная, правильно я рассказываю, да, в целом? Там они еще не захвачены культуртрегерством. Николай, чем вас советская власть обидела? Но есть феномен, но есть. Вот как-то бы поймать момент, чтобы и оккультуривалось, и в этот момент перекупщик не перехватывал. Мощный журналистский. Не, этих-то мы спасем своих. Этих мы спасем. Каждый будет спасать на своем месте, все будет нормально. Этих мы спасем. Но вот пока они не оккультурены. Вот они хотят палаточки такие, все дешевенькое. Как только появляется серьезный, все, перекупщик, база, и видно, что продукт уже из Турции, из... Понятно откуда. Какой малый бизнес.
Малый бизнес, в кавычках. А может, вдогонку про торговлю. Вот вы сказали, что вещевые рынки нужно постепенно избавляться, но все-таки, когда торговля становится цивилизованной, все-таки это приводит к росту цен. И люди, которые могут из Москвы попадать иногда в Европу, покупают вещи там за 20-30 долларов, приезжают в Москву и говорят, что это нереально, что здесь покупать товары, в общем, ну, это действительно очень накладно. А доходы москвичей совсем не совпадают с этими ценами. Вот здесь так как бы... Да, это действительно так и есть. У нас вообще от 30 до 40% товарооборота, покупок совершается на этих рынках. Ну, на самом деле даже не всегда понятно почему, потому что иногда в супермаркете уже не дороже цены, чем на рынках. Хотя массовые такие товары, они зачастую дешевле. Мы не говорим, чтобы там строили дорогие бутики, но просто надо упорядочить все равно. Но так тоже не может быть. Там в грязи, в какой-то там, в каких-то там палатках, там контрабанда, контрафакт, какие-то там темные личности, наличность огромная, там сотни миллионов долларов, неуплата налогов, преступные группировки, ну такого тоже не должно быть. Должен быть какой-то компромисс между, конечно, дешевой массовой торговлей, потому что на самом деле нормальные дешевые форматы и не появляются в городе, потому что есть такой нелегальный бизнес. Никто с ними конкурировать не может. Они налоги не платят, там контрафактная продукция, контрабанда и так далее. Но от этого надо избавляться, там будет больше и сетевой дешевой торговли начнет появляться. Ну, это в любом случае надо упорядочивать. При этом, конечно, создавать конкурентную торговую среду, чтобы ну, не росли цены на такого рода товары. Еще такой вопрос по транспортно-пересадочным узлам. Вот сейчас один наконец-то появился, да, на планерной, вот вы там были. Все-таки они будут строиться за счет инвесторов или за счет города? Почему? Потому что получается вот такой не очень понятный как бы симбиоз, да, то есть каждый в свою сторону тянет. Городу надо одно, инвестору надо, чтобы туда все ходили торговать, а все, ну, в смысле, приезжали как бы, да, за покупками или арендовали торговые площади. И получается такое дополнительное притяжение транспорта и сочетание несочетаемого. То есть как-то вот город, может быть, за свой счет будет строить или вот пока по этой схеме пойдет? По-разному, Никита. Везде по-разному. Если там, где можно привлечь инвестиции, дать там дополнительная возможность для торговли, но чтобы она не доминировала, чтобы, как вы говорите, не притягивала, на самом деле, ну, построим там парковку на 300 мест или там на 500. Построили торговлю, для которой нужно 700-800 мест. Получилось все наоборот. Так не должно быть. Это локальная торговля, для которой нужно там 100-200 там машинное место, а 800 должна работать на транспортный узел. В такой пропорции можно работать. На самом деле, вот, даже если опыт взять того же Сеула, я не так там давно был, у них доходы метрополитена в основном складываются не от продажи билетов, а от торговли. И на выходе из метрополитена огромные торговые комплексы стоят. И они все принадлежат метрополитену, не там каким-то там инвесторам и не частным компаниям, а им, метрополитену. И не за счет этого, а за счет рекламы и торговли собирают большую часть своих доходов, а не от билетов. Поэтому торговля это тоже неплохо, главное, чтобы она не мешала, а помогала в развитии транспорта и метрополитена и так далее. Мы сейчас тоже смотрим, как это сделать. Передать территорию возле станции метро не специализированным каким-то группам там, предприятиям, а именно метрополитену, чтобы он сам занимался этой территорией, при необходимости привлекал инвесторов, обустраивал, делал стоянки для транспорта, для легкового транспорта. Если необходимо, там какую-то часть торговли, но в разумных пределах. То есть не он сам будет торговать, а будут торговать какие-то, кому он сдаст площади, да, получается? Это его земля, он будет там создавать какие-то недвижимость, сдавать в аренду для того, чтобы это в доходы метрополитена шло, чтобы не было такой нагрузки на пассажира. Мы же хотим всего за счет пассажира получить все доходы. Но это немыслимо, чтобы и развиваться метрополитену, покупать вагоны, развивать станции, обустраивать и так далее. Все за счет стоимости проезда. Невозможно. Поэтому сегодня мы просто дотируем это еще из городского бюджета, но основная часть ложится на пассажиров. Ну, так тоже не должно быть.
В целом транспортно-пересадочные узлы, они самые разные могут быть. Это плоскостные, это просто как бы выровняли площадку, разметили, здесь подходят автобусы, здесь стоят такси, здесь стоят легковые машины, организовали движение. То есть движение, без крыши, да, без какой-то? Да, просто в одном уровне. Можно стоять в двух-трех уровнях, большие, маленькие. Это в зависимости от того, где он строится, есть там возможность, нет возможности, рядом с метро, без метро. Ну, как бы самые разные комбинации. Мы нарабатываем этот материал и скоро будем выходить уже с конкретными конкурсами на привлечение инвестиций по этим площадкам. И практика сразу покажет, есть интерес у инвестора, нет, чего он хочет, в какой степени город будет участвовать, какой будет инвестор участвовать. Такой сложный процесс, он, там нет однозначного вопроса, в каждом конкретном случае будет свое решение. Цена вопроса, я знаю точно, 207 миллионов, то, что из городского бюджета будет затрачено, то, что мы выделили на подготовку. Все службы, в принципе, сработали неплохо, готовность на сегодняшний день стопроцентная, билеты, большая часть продана. Осталось одно, нашей команде выиграть. Я думаю. Я в основном переживаю за то, что все было нормально. За состояние льда. Да, чтобы никто не споткнулся. Чтобы лед не растаял. Решающий момент, пожалуйста. Сергей Семенович, в этом году такая огромная сумма выделяется на озеленение города, 4 миллиарда рублей. Ну, с одной стороны, дело нужное, а с другой, как бы, есть переживания, что невозможно проследить там судьбу каждого саженца, каждой луковицы. Вот, нет таких опасений у вас, что где-то не туда будут деньги потрачены или в чьих-то карманах осядут? И сейчас немножко расширю вопрос. Вот какие сферы городского хозяйства в этом плане, в плане коррупции, требуют особого внимания, контроля? Хороший вопрос. Я думаю, все. Я просто не знаю, в какой сфере у нас могут что-нибудь не свистнуть. Вот. И цветочки в этом плане, и в прямом и переносном смысле, это цветочки. Можно, конечно, и не выделять деньги на озеленение под предлогом того, что там высокая степень коррупции. Ну, это надо делать. У нас где-то 60 тысяч деревьев погибло вот во время ледяного дождя. Это то, что удалось посчитать. Их надо восстанавливать, иначе город через какое-то время вообще останется без деревьев. В этом году мы где-то посадим 19 тысяч деревьев. Вот, и еще останется где-то около 40-44 на следующие 12-13 годы. Ну а цветочки тоже надо сажать. Мы сажаем цветочки, а милиция должна сажать воришек, которые наживаются. У каждого своя функция. А там та же проблема. Опять конкурсы, опять деревца. Я просто сам владею питомником. Деревца копеечные какие-то побеждают. Вы со своей мощью газеты докажите, что никакие конкурсы проводили. А там вы же знаете, а там другая проблема. А там пятая. Да, да, да. Опять ерунда. Своим компаниям втридорога. Красные придут, грабят. Белые придут, грабят. Да. Что придумать-то? То, что касается конкурсов, да. Но мы, конечно, так привыкли хаять заочно, 94-й закон, какие-то аукционы, конкурсы, да чтоб они там провалили, там всякие левые компании приходят и так далее. Вы вспомните, что было до него. Там вообще была вакханалия, там вытворялись такие вещи, там черти чего было. А если вспомните еще эти зачетные схемы, там не 10, не 20, не 30% воровали, там 200-300%, как здрасте вам. Медицинский факт. Да, поэтому везде есть проблемы. Надо просто заниматься этим вопросом. Мы в этом году, в условиях городского заказа, вот вы говорите, какие коррупциогенные вещи. Городской заказ на самом деле такой самый лакомый кусок. Без малого это 600 миллиардов рублей.
И вот просто так каким-то вот я тебе дам, я тебе с тобой буду играть, а с тобой не буду играть, невозможно это сделать. Потому что все равно у нас системно какие-то вещи, те же аукционы, электронные аукционы, как угодно. Но это должны быть системные вещи. Потому что я не могу всем вот бегать там и раздавать подряд, это невозможно. Вот. В этих условиях мы буквально за несколько месяцев снизили количество тендеров, где единственный подрядчик выставляется с 40 до 20%. Начальную цену контрактов снизили там, ну, в разных отраслях по-разному от 20 до 40%. А уже ту выставленная цена, которая есть, она на аукционах еще снижается на 10-15%. И мы где-то сэкономим уже даже вот на аукционах где-то около 60 миллиардов рублей. Но все равно это цивилизованный механизм. Да, он недостаточен, да, он там требует настройки, но он есть, его надо совершенствовать. Не надо все ломать, а потом начинать заново. Кстати, вот касаясь бюджетных трат, вы недавно сказали о том, что по итогам прошедших лет, последних, 75% средств, которые выделялись на развитие среднего и малого бизнеса, были потрачены неэффективно. Вот хотелось бы немножко подробнее, что значит неэффективно. И второе, где гарантия и что вы пытаетесь, какую систему создать, чтобы это и дальше не продолжалось? Тем более, что малый и средний бизнес – это как бы основа для города. 75% – это деньги, которые были розданы так называемым инфраструктурным компаниям, которые занимались, например, поддержкой информационного сайта. Вот, чтобы поддерживать информационный сайт о малом бизнесе, вот сколько бы вы денег взяли? А вот у нас по сайту сколько берешь? Олесь, сколько тебе? Ну давай, все-таки. Ну скажи, да. Ну вот как вот по-честному, по справедливости. Ну, в год, вот за год поддерживать сайт. Содержание сайта. В месяц, я думаю, хороший сайт можно поддерживать. За миллион в месяц. Ну, там наша прибыль 30% миллионов. Уже, да. Молодец. Нет, там наша прибыль уже 30% мы накинули, да. По привычке, да. Ладно, Олесь, я бы согласился с твоей ценой, но мы заплатили 150 миллионов. Эх, где мы были в это время, да? Ну вот, собственно, такие инфраструктурные проекты и поддерживали. Приглашайте нас, мы поддержим. Нет, спасибо, я не буду вас приглашать и не будем вообще этим заниматься. Потому что 15% только реально получил реальный малый бизнес. А 75% вот оно как бы распределилось по таким проектам. Вот, поэтому мы механизм изменили и пропорцию эту изменили. 75% реального малого бизнеса на субсидии, на создание гарантийного фонда, на создание там, бизнеса первого. Но и там все равно много есть проблемы. То, что мы отдали на создание гарантийного фонда, чтобы банки сами кредитовали, это нормально. Мы отдали, как бы банки, у них есть разветвленная сеть, они этим занимаются. Но там, где мы опять начинаем там меры специальной поддержки, а субсидирование процентов, отбираем предприятие, кому мы субсидируем проценты. Или на открытие бизнеса своего мы опять отбираем, кому даем, кому не даем, там какие-то комиссии сдают, какие-то чиновники сидят, которые распределяют. Но все равно плохо, и это плохо. Поэтому, конечно, надо дальше двигаться по пути тому, что ну, отдали банкам какие-то, дали им квоту по субсидированию процентов ставок, и они пусть занимаются. Вот эти вещи на аутсорсинге необходимо делать, не надо нам самим заниматься. Ну, пока вот так вот, таким образом, мы просто эту пирамидку перевернули для начала, начинаем заниматься. Помимо этого же малый бизнес, это не только вот эти вот меры поддержки, они не очень большие, там 2,7 или 2,3 миллиарда всего. Ну да, то есть мелочи. Ну да, это касается там несколько десятков, сотен предприятий, которые мы отбираем. Мы же не всем предприятиям, а те, которые, ну, мы считаем, что город как бы, считает необходимым развивать эти направления. Это информационный, там, высокотехнологичный промышленный бизнес, инновационный и так далее. Ну, это такая все равно не массовая вещь. Массовая то, что мы отдаем где-то процентов 10-15 в своих госзаказе малому бизнесу. Специально как бы для них квота выделена в соответствии с федеральным законом. И это уже где-то
около 60 миллиардов рублей, это уже неплохо. Плюс мы миллионы квадратных метров отдаем помещений для малого бизнеса. Там тоже много проблем, но это вот такая уже системная вещь. И плюс, конечно, это администрирование, разрешение на бизнес, разрешение на подключение. Вот этим надо заниматься в первую очередь. Этим и занимаемся. А, кстати, арендную плату вот для малого бизнеса не собираетесь поднимать? Многих это волнует. Нет, но мы стартовую цену оставили ее достаточно низкой, раза в 4 ниже рыночной, а потом выставляем на конкурсы, и они сами определяют цену. Есть, конечно, там некий социальный объект, там меньше стоимость аренды, но это все равно конкурсная процедура должна проходить. Вы говорите, что в любой отрасли можно украсть. Может быть, тогда вы не согласны? А мы их не пускаем. У нас тут, нечего. Да, у нас тут нет. Да. Может быть, почему вы тогда через детектор лжи прогонять? Воруешь? Так, так и делаем. На самом деле делаем, да. Вот конкурсные комиссии, которые принимают заявки, рассматривают первоначально их перед тем, как принять заявку или не принять. Там и проходят такие процедуры. И процентов 40. От 40 до 60 отсеивается. А вот себе в качестве аппарата тоже? Аппарат. Слушайте, я боюсь, что я вообще без помощников останусь. Ну, такая интересная идея, на самом деле. Я думаю, это перспективная идея. Стратегия. Так, коллеги, ну что? Да, пожалуйста. У нас есть еще одна очень интересная тема, любая заметка на которую в Комсомолке называют «Шквалом». Это тема бездомных животных. То есть живодеры постоянно клеймят зоозащитников и наоборот. Вот я бы хотела очень узнать ваше мнение, вообще насколько это реально решить и что с этим востребовано. Ну, мы будем продолжать строить питомники по программе, которая намечена, выделены деньги для того, чтобы содержать бездомных животных, кормить, ухаживать за ними. Никто их не собирается ни убивать, ни усыплять, но их надо все равно убирать с улицы. Есть там ряд экспертов, которые считают, что их надо не надо в питомниках держать, надо прививки делать и обратно их высаживать на улицу. Вот, с одной стороны, с другой стороны, есть живые люди, которые страдает от укусов собак. Это такая серьезная проблема. Там надо находить компромисс между нашей любовью к животным и безопасностью граждан. Пока выбран такой путь, то есть мы создаем дополнительные мощности питомников, будем все равно помещать животных туда, лечить их, кормить и содержать. А у вас дома есть домашние животные? У меня всегда было собаки, я их очень люблю. Сергей Семенович, прежнего мэра вообще как-то часто критиковали и обсуждали эту тему о том, что вот он руководитель города, а родственники его занимаются бизнесом. Это такая спайка не совсем хорошая. Чего нам ждать-то? Да, у вас родственники не занимаются бизнесом? Я хоть и не читаю, много не читаю интернет, но знаю, что там есть информация о том, что у меня жена активно занимается бизнесом и будет там чуть ли не тротуары там ремонтировать, да, в Москве. Скажи. Да слава богу, хоть бы ремонтировала, но из нее бизнесмен, как из меня балерина. Не способный человек к бизнесу. Для Москвы, я думаю, это счастье. Передохнем несколько лет. Передохните, да. Ну что, спасибо большое, Сергей Семенович, за хороший разговор с нами. Мы по пробкам? Ну да, у нас же пустяк остался, про пробки спросить. Да. Вот скажите, пожалуйста, вот Тверскую зачистили, вроде бы все нормально, но появились пробки в переулках. Улицу Красина сделали одностороннее движение, ужас стал твориться на соседних улицах. Ну, а то, что касается Тверской, мы никакой задачи не ставили улучшить дорожное движение в Москве за счет того, чтобы там запретить стоянку на небольшом участке. Скорее всего, такой эксперимент, посмотреть, что там будет происходить. Тут участок Тверской, где дорогие бутики, магазины, и там на самом деле «Жигули» не припарковываются, там «Майбахи», «Мерседесы» и так далее. Рядом прекрасная парковка.
пустая совершенно. Почему люди должны оставлять свои дорогие машины, экономить 100 рублей и мешать движению в городе? Ну, в порядке эксперимента. Давайте мы посмотрим, что будет происходить. Запретили. В парковке как было 20%, 30% заполняемость, так и было. Они поехали, как вы говорите, в переулки. А может, многие не знают, кстати, про парковки. Я только Ритц Карлтон знаю. Ну, так я о ней и говорю. Ну, этого достаточно. Я ровно про нее и говорю. Да. Она мы же не запрещали везде. Мы как раз пустая, запретили ровно там шаговой доступности от этой парковки. 100 рублей в час пустая. Да. Сделали 50. Сейчас заполняемость 70%. То есть машины все равно переориентировались, постепенно привыкли и стали вот парковаться на парковке. А то, что касается переулков, там всегда было безобразие. Там все забито, там забивать им уже больше некуда. Но это показательный пример того, что даже дорогие машины или владельцы дорогих машин не очень-то спешат уйти там с улиц, припарковаться даже там, где есть эта возможность. Это для нас был урок, то, что необходимо жестко контролировать свое решение, и, конечно, разговаривать с владельцами парковок, чтобы они делали оптимальную цену. Это будущее. Мы должны создавать парковочное пространство оптимальное по цене и месту расположения, и потихоньку все равно убирать с проезжих улиц. Бессмысленно заниматься решением транспортной ситуации, когда у тебя все дороги наполовину забиты не теми машинами, которые проезжают, а которые просто поперек, два в три ряда стоят. Это небольшой опыт, не более того. Конечно, не решает всех проблем. И второе по Красина, да. Значит, это решение, насколько я понимаю, было принято не для того, чтобы в этом переулке улучшить движение, а чтобы по Садовому расширить ситуацию. По крайней мере, так как докладывают дорожники, эту задачу отчасти удалось решить. По Красина там было действительно вначале совсем плохо, сейчас как бы ситуация стабилизируется, потому что там еще было ряд принято таких управленческих решений. Но вот это тоже урок, такие вещи надо объяснять заранее, не тогда, когда ты сделал, а заранее разъяснить, для чего делаешь, как это будет движение происходить. Там массированная информация должна выдаваться, а не потом отплевываться, оправдываться и так далее. Это правильно. Но у вас вообще много очень решений принимается по так называемой пробочной теме. Вот у вас есть ощущение, что хоть на полшага, на шаг мы приблизились к ее разрешению? Ну, самое главное, что мы вообще как бы понимаем, куда надо двигаться. И по всем этим направлениям началось движение. Или это проектирование метрополитена новых станций, или закупка общественного транспорта, или создание хордовых сообщений по разным частям города, переориентация строек там, с кругового движения на хордовое, или это реконструкция и улучшение заездов и выездов на МКАДе. Или создание парковочного пространства, или там создание информационной интеллектуальной транспортной системы. По ряду уже проходят конкурсы, по рядам идет проектирование, по ряду направлений идут там закупки или реальные действия. Конечно, эффекта такого вот в течение месяца такими решениями не достигнут. Мы знаем, куда двигаться, и двигаемся по этим направлениям, по всем практически одновременно. Я думаю, что в течение 2-3 лет все-таки появятся первые результаты, ощутимые результаты в организации движения в городе. Но количество машин тоже растет? А это не зависит от количества машин. Вот, создаваемая система, она как бы не направлена на то, чтобы поглотить все машины, которые покупают граждане. И в Нью-Йорке, и в Лондоне, и в других городах. Количество машин еще в несколько раз больше, чем в городе. Но они не выезжают на улицы. Они едут, это машины для того, чтобы поехать за город, там, какую-то дальнюю поездку. А в городе в основном передвигаются на общественном транспорте. Если все это количество машин будет вываливаться на дороги, ну, ни в одном городе дороги не справятся. Тем более в Москве, где объем улично-дорожной сети в 2-3, а то и в 4 раза меньше, чем в других городах мира. Не справится. Строить какие-то хайвеи прямо по центру Москвы, над там, Кутузовским или Тверской, ну невозможно, никто этим не занимается, и мы заниматься этим не будем. Другие решения, совсем другой принцип решения этой проблемы.
Ну, кстати, вот у нас здесь очень много очень узких дорог, и как только въезжает большой-большой автобус, сразу движение просто парализуется практически. Может быть, вместо этих больших автобусов абсолютно правильно, Наталья, побольше? Да, абсолютно правильно. Большие магистральные дороги, большие автобусы, а развоз по микрорайонам, по районам, это автобусы другого габарита. Они все должны быть ранжированы, логистика должна выстроена, другая организация пассажирского движения должна быть. Есть скоростные автобусы, которые идут из-за города, есть автобусы, которые переводят из одного района в город в другой, и есть автобусы, которые разводят внутри района. И они все по объему своему должны быть разные и по назначению. Сейчас это вот так вот, мешанина сплошная. Мы будем выстраивать организацию. Ну что, коллеги, спасибо большое. Сергею Семеновичу надо спасать город. С вашей помощью. Нашей помощью. Вы знаете, мы на самом деле с большим удовольствием смотрим, как все быстро пошли эти реформы, что раньше обычно до 20-го года, до 30-го. Сейчас смотришь, вот у нас Никита Миронов, ты хоть бы костюм одел. Нет, вот Никита Миронов у нас больше всех пишет про Москву, и мы каждый день не успеваем за темпами мэрии. Я его посмотрел. Ты про это написал? Нет, не успел. Так уже, смотри, у них очередная программа. У них очередная... А что вы пристаете к Никите, чтобы он еще в пиджаке ходил? А ему некогда, он не успевает одеться. Это действительно темп очень быстрый. Мы Никита, очень, я бы тоже с удовольствием ходил в футболке, честно слово, большим удовольствием в костюме. Спасибо.